такой ценный, как антиквариатка, бабушка Медуса или как дедушкина позолоченная лупа. Ну а радиоведущие — это как горики или посыльные, или какие-нибудь половые. Да. Профессия не очень современная, но ведь все на прикольно. Приятно ведь в цифровом мире, в мире 5G, на досуге, отдохнув от всех этих блогеров и онлайнов, послушать двух план. Судья Московского арбитражного суда вынесла решение с предиской неумеренно. Дело касалось спора между Омским машиностроительным конструкторским бюро и компанией «Сухой». Судья постановила взыскателя обоим людей почти 500 тысяч рублей. После отказа решения она сделала повестку с сомнением и неизвестным. После того, как на это обратили внимание СМИ, комментарии из сайта, а суд начал служить. Неумеренно в смысле компании в Лондоне, но это не